Всем хай, с вами снова я, Одер, и это игра Last Day on Your Survival, или же Последний день на земле. Сегодня у нас мотель. Нажимаем войти, все, входим, и у меня бензинчик кончился, энергия потому что кончилась, и соответственно я бензин тратил, вот такие вот дела. Сейчас мы, наверное, докатывать его должны, на руках его толкать, окей, вот, дотолкали до дороги в мотель. Так, давайте садимся, тут всех зомби надо быстро будет всех раскидать, и мотель очень даже неплохой, как оказалось. Я думал, плохо, но мы в тот раз получили дробовик, то есть для новичков это просто идеально. А вот к тем, кто часто играет, это лишний бонус. Вот, я с собой взял немного разрушитель, но это мне все выпало с конвоя, там, с гуманитарного груза, так что не обращайте внимания на это. И вот сейчас бегуна убиваем и здравствуем нашу любимую машиночку. И что в этой машинке будет? Да, пожалуйста, пускай какой-нибудь огнестрел будет, пожалуйста. Эх, не повезло. В тот раз у нас огнестрел был, дробовичок. Вроде бы чуть больше половины был, пусть не целый, но он и так сам по себе хороший. В бункере Альфа просто хорошо нам поможет, особенно новичку это просто идеально. Это вот при старте игры это очень как важно будет. И в принципе остается так по мелочи, остается всех зомби убить и уже проходить сам мотель. Убиваем первого зомби, второй агресса, ну ладно, сейчас сломаем. У меня, кстати, действует бонус от лекаря, там плюс 10 к холодному оружию. Открываем, опа-на, тут сразу зомбяра, ну окей. Просто убиваем и все. Блин, надо было присесть поаккуратнее, ну ладно. Следующего мы спокойно убьем. Так, давайте через стульчик, все отлично, давайте дальше. Давайте нижнюю комнату. Так, да, тут все-таки есть зомби, я что-то начинаю вспоминать. Давненько, мне кажется, не было этого реально мотеля. Будем добывать себе немножко ресурсов. Ну, давайте вот реально заценим, что у меня... полезно, можем выцепить. Ботинки сразу получше я одел. Карточка Браво мне не нужна. Так, теперь можно взять баллон, даже нужно, и поставить, и взорвать его, конечно же. Я, правда, не помню, он сразу взрывается или его надо подбить? Вроде бы надо подбить. Так, сейчас поставим, вот так вот ставим и отбегаем. Ой, нет, надо одного удара хватит. Блин, надо еще один, неужели? Ладно, окей. Давайте пойдем залутаем барную стойку. Вот там зомби, но они вроде бы идти должны. Опа, насмотрите, сразу банка энергетика. Так, зомби идут. А почему они тогда стояли? Я не понял. Все трое остановились, серьезно? Они перестают двигаться, так. Кроме... Вот так можно жутко экономить. Прикольно. Прикольно. Серьезно. Офигеть. Ребят, новички, кто начал играть в эту игру, вот, можете спокойно экономить благодаря этому столику. Пока мы сегодня убрали разработчики, можете пользоваться. Буквально с копьями, я думаю, сможете разносить. Но давайте вот сначала попробуем разобраться с этим всем столиком, посмотрим, что мы сможем сделать, кого где как разбросать, и дальше уже сделаем вывод какой-нибудь. Ну блин, это уже баг нашел, офигеть, серьезно, баг. Да, и вправду работает, смотрите, он останавливается, и можно вот так вот спокойно ломать. Да, с копьем, конечно, у вас долго, я думаю, будет, ну типа по 10 хп снимать, это как-то... не очень, ну там, не знаю, тесак возьмите что-нибудь, ну хотя тесак слишком близко, фиг его знает, надо тестировать, но у меня есть только мачете. Так вот, броня моя пока есть лучше. Так, следующая комната, тут у нас толстячок вот такой вот, дантист, давайте на нем посмотрим, будет работать, не будет, ждем, опа-на, спрятались и ломаем. Ай-яй-яй, ты куда? Не кажется ли он хочет с другой стороны попытаться обойти? Так, собака достал, но мы его сейчас накажем быстро даже. Он даже не достает
Зря я отходил. Так, ну часики мне не нужны. Ну, сами пускай валяются, я самые ценные буду брать. И давайте посмотрим, что в этом шкафчике у нас есть. И интересно, да, тут сразу выбегают они. Хорошо. Так, давайте затаримся. Да, капец вообще, это вот Хэллоуин напоминает. Блин, мы же на стриме говорили об этом. То, что какой-то баг есть, точно. Ну ладно, мы сейчас сами справимся, окей. Мне говорили то, что в мотеле какой-то столик есть, но я почему-то думал, который спереди. Не об этом столике, не об барном. Так, давайте залутаем этот сервант. Так, ну тут не очень, но смотрите, молотки, ребят. Кто-то спрашивал, где молотки брать. Вот, молотки можно в бункере Альфа получить и в мотеле. А, молотки вам понадобятся для апгрейда. Ну как, не для апгрейда, а для модифицирования. Для создания модулей на оружие. Так, тут в принципе так себе. И там ванна должна быть, да. Еще и разломанная, капец. И тут тоже, да. Умывальник даже стоит. И все, в принципе. Тут у нас повариха должна быть. Вроде бы язва, да, язва. Сейчас посмотрим, как она поведет себя. Она же вроде как это оглушает нас своим ревом. Посмотрим, насколько. Ах ты гадина, блин! Она меня нагнула. Давай освобождайся от ее чар. Так, давайте еще раз как-нибудь. Вот, один удар сделали. Еще где-то, да, три. Ну, иди сюда. Иди сюда, язва, ты куда? Иди сюда. Кельман. Ё-моё, достала она меня. Кельманда. Кстати, тут эти два слова, это все хорошо. Это на казахском языке, с казахского языка означает «иди сюда». Так что... Нифига себе, она перекрутилась, это жесть. Вы это видели просто-напросто? Офигенно перекрутилась, просто слов нету. Веревка мне не нужна, давайте скинем. Так, вот, скинули, все. Ну, она просто идеально прокатилась, это жесть. Так, у меня просто слов нету. Напишите в комментариях, кому понравилось то, что она там нижний брейкданс танцевала. Это просто офигенно было. У нее мастер-класс надо взять и все. Бегуна, давайте я зомби, наверное, сразу буду ломать, потому что, ну, долго слишком ролик получится, и так, думаю, длинный уже получился. Идеально, вот последний удар с кулака, блин, мачете сломал. Мне нужно было чуть-чуть мачете оставить, это для модификации. Так, вот на этот, конечно, нишки у него получше по прочности, но все же я свои сначала доломаю. Ну что, теперь нужно топор. Топор только на улице. Сейчас за топором. Все, продолжаем лутать наш любименький мотель. Кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях мотель. Мне будет очень приятно. Так, ресурсы для топора я надыбал. Так, давайте собирать. А, тут три бегуна, в принципе. А, нет, не три бегуна. Один бегун и два зомби обычных. Так что давайте их сразу будем ломать. Время тратить не будем на тот барный столик. Тут у нас печка, давайте залутаем. Тут, наверное, только топливо будет. И давайте посмотрим. Да, тут только топливо. Два уголька и сколько-то там дубовых досок. Плазму я залутал? Да, залутал. Так, давайте по порядочку сейчас пройдемся. Кто у нас там следующий? Вот, комната есть. Так, давайте ломать. Второй, третий. Так, топор скрафтить. Четвертый, пятый. Ровно как ящик на рейде, да. Маленький ящик. Да нет, в принципе, любой. Так, погнали. Тут у нас такая вот красивая ванна, хотел сказать. Но нет, это душ. Так, что тут у нас есть? Опа-на. Вот, водички. Давайте еще попьем себе. Немножко утолим жажду. А нет, мы и так в туалет захотели. Окей. Куда бы сходить? Так. В принципе, в душ можно сходить. Так, там что... за ткань. Давайте в душ сходим. Везде не можем зайти, потому что везде он находит, что полутать.
Так что давайте сразу в душ сходим. Пусть и косо, но все же, хоть как-то. Свои нужды надо справить. Тут у нас какая-то тоже тумбочка, просто широкая. Так, вот клей, дорогие друзья, клей. Вы спрашиваете, где брать клей? Вот, мотель, вот 4 клея, как нефиг делать. Просто минут 10, наверное, потратить нужно, и все. Ну, посмотрим, сколько мы времени потратим. Давайте ломать последнюю. Кто у нас тут будет? Последний удар. Ох ты ж, толстяк, я уже забыл, что ты тут остался, однако. Ну, давайте уже, последних зомби мы убьем всех через нашу любимую и неповторимую барную стойку. В барной стойке. Так, а куда толстяк собрал? Сойти. Толстяк, давай поближе. Поближе, давай, отхвати, отхвати. Блин, зря отошел. Надо было чуть-чуть ближе все равно оставаться. Так, он... Заметьте, что когда между этой мусоркой и барным столиком стоите, все равно он отбегает. Так, все. Остается последний зомби. Его, в принципе, так можно убить, но все же, ладно. Коль он последний, так его можно и вот так вот убить. Хотя вообще тут уже излишки, наверное, были. Ну что, давайте залутаем, значит, последнюю комнату. Посмотрим, что тут находится. И снова душ. И снова плазма. Только там у нас тумбочка стояла, а тут уже плазма. Так, изолента, неплохо. Хотя, блин, у меня изолента больше, чем болтов. Лучше бы копил себе болты. Как-никак, их все меньше и меньше. Так, давайте пройдемся. Везде собрал или не везде. Так, про молоток я вроде говорил. Так, все? Все? Серьезно? Так, барный стойк, естественно. Ну, там пивасик, это будущий или мини-слиток в станке для переработки, тоже неплохо. Ботиночки, да? Лучше вот эти вот с пластинами заберу. И тут в этой комнате больше ничего залутать нельзя, хотя тут, в принципе, еду можно было бы получить, что как раз-таки было бы неплохо. Ну и все, дорогие друзья, давайте с вами прощаться. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а я энергетик выйду. Блин, забыл мусорку залутать. Да, напоследок надо все-таки полазить в мусорке, как-никак. О, резиновые детали, неплохо. Так, дорогие друзья, все, на этом я буду с вами прощаться. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вам видео не понравилось, ставьте дизлайк. Ну а с вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новых видео. Бай-бай!